5-8 минут на то, чтобы вытащить людей из искорежного автомобиля. Столько уходит времени у спасателей на тренировке. Но в реальной ситуации все может пойти совсем не по сценарию. Главное в этот момент не растеряться. Перво-наперво должна быть слаженность между экипажем. Вот. Если будет слаженность, будет быстрота реакции, естественно, за более короткое время мы сделаем свою работу. Несколько минут, и старенькая вазовская копейка превращается в кабриолет. При ликвидации последствий ДТП спасатели используют гидравлический инструмент. После этого условно пострадавшие манекены извлекают из автомобиля. Дальше все зависит от медиков. Чтобы быть готовым к любой ситуации, тренировки у спасателей проходят постоянно. Это очень важно. От этого зависит качество работы, быстрота выполнения действий, реагирование. Областные соревнования, название лучшей команды, проводятся уже в пятый раз. В этом году слаженную работу показали спасатели из 6 городов. По итогам прошлых состязаний Самара была на 4-м месте. У нас соревнования проводятся планово. План основных мероприятий. Первое соревнование, первый этап провели на территории гарнизонов. У нас 35 гарнизонов пожарной охраны. Второй этап мы проводим в системе главного управления. Выявляем лучшую команду. Лучшей команде предстоит представлять Приволжский федеральный округ и демонстрировать свои навыки на соревнованиях федерального уровня. Павел Баймаков, Максим Гусев. События.